В общем, всем привет. А где мы стоим, Рома? Николаемская. Короче, мы заблудились. Николаемская, да. Нет, ни автобуса, ни денег. А что это? Я думаю, можно поесть что-то. Короче, заблудились в Москве, ходим. Сможем добраться. Поможите. Поможите. Савелий, ахаха. Вот вам ахаха. Не, автобус, ночной автобус ходит. Ночной автобус, да, мы ждем ночной автобус. Сказали полчаса. Да. А адрес у нас какой? Николаемская? Николаемская сейчас. Это сейчас. Сузерская. Да, нам на Сузерскую. Звоните 911. Через Первомайскую. Звоните 911. Рада видеть окна. Давай домой груши спеть. О, привет, Николай, блин, капец. Николай, привет, блин, капец. Едешь в таком влоге. Кому шо, мы стоим на улице в Москве. Николаевская улица. Вот Никитос. Леха. Чтоб за проституток не приняли, понимаешь? Привет, привет всем. Стоим на улице в Москве. И все. И все. Вот это такой мужик стоит, врач. Бухие все, чё вы бухие? Выпирать это можно. Как спектакль? Как там русские парни? Ну вот, отлично. Ну и на чём? Спектакль? Говно. Не, не тот, который в Большом театре. Мы сегодня купили билеты с Лёхой, пошли, короче, в театр Моссовета. Я спал на спектакле первый раз в жизни. Это просто капец. Мы ушли, первое действие посмотрели, ушли. Домой хочется, хочется домой спать, нас не можем уехать никак. Куда собираетесь, приезжайте, в гости приму. А где он? Кто он? Мы стоим на Тверской-Ямской. Да нет, Николаемская. Николаемская, короче, дом 43. Николаемская, дом 43. Приезжайте. Кто хочет, приезжайте. А что так сильно спектакль не понравился? Ну ужасно, черти что, играли, я вам потом расскажу. Что, чешо пили? Чешо пили. Коньяк. Пили коньяк, пили ром, пили пиво. Пришлось смотреть перископ так поздно, алкаши под окнами орут, уже лучше самолёты. Там отменили автобусы. Да не отменили ничего. А тут аж 4 было. И пошло-поехал. А, анекдот, короче, знаешь, приходит, короче, Буратино к папе. Папе Карло, говорит, папа, у меня ножка сломалась, короче. А он такой, ну нема деревяшки, короче, прибить. Он взял колесико, прикрутил и пошло-поехало. Так что то. Начало было смешнее. Начало было смешнее. И пошло-поехало. Прикольно в Москве. Вы вместе учились, да, с Ромкой учился вместе. А Никита так себе. Привязался. А, можно, да? Проходить. Пешком до утра. Оля, привет. Бомжи негде ночевать. Ну негде, да, вам смешно. А Никита и пошел поехал. Поехали. В Киеве ураган пришел с Питера. С ними у проституток прятались молодости. А как спектакль Фигара? Ой, отлично. Большой супер спектакль пришел. А Алексей он стоит. Я тут. Лешка устал. Леш, садись. Не посиди. Да вот у тебя нога. У Ромки нога натерла мясо там, короче. Ночную, да, Лёша, не грусти. Идите искупнитесь, там набережная недалеко. Спасибо. Яузи. А может купались, проходи. С Лёхой тоже с вами выпивал. А Лёха тоже, ну а шо? Лёха не пьёт. Макс, Крейзи Макс, привет. Крейзи Макс, мы стоим на Яузе, короче. Какая улица? Николаемская. Макс, мы на Николаемской. Ты далеко. Привет от Тани и Перископа, привет.
Потому что тебя нанировать и спать. Кто говорит? Анна 24 на. Надо ему колесико приделать. Кому? Ровно, я сказал, ты нога болит. Колесико приехать. Ты приехать. И пошло поехать. Почему без девчонок? Слышу. Оставили. Да. Вы их бросили. А Степанов пишет. Где Леша? Да сидит Леша. На сковородке. Ой, на сковородке. Ой, капец. Каждому по колесику. И поехали в Косиногу. Так, куда выезжать, Макс, спрашивает. Мужик с плаката подозрительно смотрит. Да он пьяный. Привет из Киева, от Вики. Вика, привет. А некоторым надо и по два колеса. Как пройти библиотеку? Дай себе план. Заза Наполи живет на Яузе. О. Ты знаешь Заза Наполи? Ты не знаешь Заза Наполи? Капец. Не живут. Ты не живут, то я втянул. Не втягивается, глянь. Да, Никита. Никита. Не могу. Наконец-то вышел перископ, а то я подумал, что все достал. Подумал, то есть. Алкашня. А что рабы? Расслабились последний день просто. Жизнь боль. Никитос, снима автобусом больше, пишут. Красавчики, сейчас полиция нравов заберет. Я не знаю, конечно, снима автобусом. Стих нас не взяли. Я выпью, хватит. А кому сейчас пишут? Никита курит, я бросил курить, короче, в Москве бросил курить. Автобусы до 2 часов ночи, автобусы во сколько? Автобусы до утра курят. А что ты скалишься, когда я сказал, что я бросил курить? А 4, а? А что на такси не поедет? Так денег нет. Налейте легкий пузырь. Коте бомжи пьянь. Короче, на карту кинуть. На карту? На киви кошелек. На киви кошелек можно деньги кинуть. Насосите ржак все. Сосали ржак, что-то не насосали. Не хватает. Обсосались они. Обидчики, Макс. Макс, забирай их туда. Натурой заплатить, это не берут. Серега, хай бы хмыл. У него стертые пятки. Чёрт возьми. Ой, блин, капец. Веселые вы ребята, веселые. А меня менты забрали за распитие на улице Китай-города. Забыл. Завтра в школу. Какая школа? Каникулы, да? Какая школа? Не знаю, какая школа. Завтра воскресенье. Завтра воскресенье. Не холодно? Не, не холодно. Привет, котик. Привет, Лора. Наливайте. Где пятки растер? Где пятки растер, спрашивают. А пятки, я думаю, где ботинки просят? Там где ботинки? Газар? Вот там. Ай, я не могу. Где пятки растер? Накурились, не курили. Что там колесики на пятках? И пошло, поехало. Это смешно. Как резво, не смешно получается. Закапывать на. Какой ценник за всю ночь?
За всю ночь сколько берешь, Никита? Ну, разные тарифы. Как такси? Я думаю, что цены такси. Нет. 300. 300 рублей? Так надо есть. Я ненавижу всех, кто был с тобой на встречах, тоже хочу. Колесики, походу, внутри. Сейчас посмотрим, где автобус. Никиту я себе забронировала. 300 у тракториста. Ой, капец. А через сколько автобус? Я посмотрю. Мне прикольно, программа такая, которая показывает, через сколько автобус приезжает. На улице тепло, прикольно, выходите. Пожалей Лёше, ему некомфортно, это ему отлично, да? Мне хорошо, я хочу домой, но мне хорошо. Я беру всех без сдачи. А куда Ромка пошел? За пивом. Опять за пивом? Лёха спит там уже. Мы сегодня были в театре, капец. Блин, Моссовета, чего вы покрутите? Такое черти шоу. Я спал первый раз в жизни. Первый раз в жизни заснул. Автобусы ходят, потому что тут Москва. Какой номер мы автобуса? Лёха уже, блин, да не ходят эти автобусы. Присаживайся. Чего вы Лёше наливали? Там и ничего, нормально. Что, правда, катамёс, что ли? Да он устал, он ты шо, это вообще подвиг для него. Я думал, что он вообще бросит посреди голодня, скажет, так провалить. А он все выдержал. Прикрутите, Лешик. Большой театр супер, вообще супер. Просто уровень колоссальный. Свадьба Фигаро, блин, на ура. Оркестр, солисты, хор, просто что-то, постановка. Сколько лет Никите? 24. Понаехали, ага. У Никиты есть девушка, да? Надпись на рекламе сзади в тему. Спасибо, доктор. Девушка Порш купила? Обещала. Обещала. И квартиру на это такое. На Катенище набережной. Ждем. Мне больно видеть белый свет. Мне лучше в полной темноте. Когда домой есть хочешь? Я просто спать. Спать? Просто не учишь. Дерни дядьку за бороду. Похрюкай ще. Кто хрюкнул? Приезжайте. Я что ли? Дядька это да. Вы записали спектакль? Да, я снимал себе. Спектакль? Да. Нельзя было я так сидел. Ой, капец. Приезжай к нам домой спать. Куда приехать? Я же не могу. Адрес. С пивами. Смотрел, ты мне нравишься. Минск. А, Минск. А ты был в Минске, да? Конечно. Лёха, как будто не... Я сплю. Лёха, как будто не понимает, где он. Я не понимаю, действительно. Как ты беду? Это за номер телефона. Что, Лёша, Лёшка нормальный, ему классно. Давай. Я иду по другим мере. Открой мне. А что ты теплое взял? Тебе. Не, я всем холодное взял, тебе теплое взял. Не теплое взял? Ты холодное, а не теплое. У тебя горло болит. Давай. Тебе пить. А, что получил? Сегодня ночую одна, эх.
Такси поехал. Автобус сейчас подойдет. Автобус сказал, идет? Да, идет. Во сколько? Да сейчас уже. 10 минут? Темок не, на темоке не хватило. Уже на это. Не Колымской. Сейчас приедет. Леха не понимает, где он. Давно не понимаю, где. Самвел скатился окончательно. Да я не скатился, я отдыхаю. Что за козло? Вот так и козел, короче. Такой день просто. Я могу отдохнуть поездку хоть пару дней для души. Леха, Леха увидел пиво и очнулся. Так Леша пиво ждал. Я вижу. Да-да, пьет, курит, да-да, батя. А что робить? Оксана, Карпенко, привет, Оксана. Короче, а где мы были? Мы сегодня были, короче, ходили в дом-музей Булгакова. Обалденно, бесплатно, в Москве, москвичи, идите в дом Булгакова. Там дальше, короче, квартира его, там, где он жил, 50, там 150 рублей. Потом ходили в театр Моссовета, чтобы не забыли. Что это? Вроде сразу. Молодец, что не включил. Сразу врубил. Да, о, я тоже был в музее классом. Музей супер, я снял видео, обалденное. Купили книжку, короче, про мастера Маргарита с иллюстрациями художницы. Зарослов почитает. Зарослов будет читать. Мастер Маргарита с иллюстрациями художницы. Музей. 2500. А, 2500, классная книга, большая, с иллюстрациями. Короче, подписала художница, была прям там. И та Вината с нами была, мы гуляли. Она приехала с Новосибирска. Вот. Мы ее еще там поймали. А видел кота во дворе? И кота видел во дворе, вообще супер. Это за нами. Самвел, смотри, чтоб Леха не нажрался. Да не, нормально. Только он начинает тебя испортить. Да. Начинается. У Ромы прическа супер, будто из 70-х сбежал. Да. Я седой еще, знаете. Леша накрыла. Куда вам позвонить? Вы пишите мне. Пишите. Моссовет слабый театр. Я вообще офигел, потому что я сколько был на спектаклях, чтобы я спал на спектакле, такого не было. Это просто пипец. Может, нам состав неудачный. Я не знаю. Еще и Шукшин. Не наигрывали. Ну это Шукшин. Ну блин, ну нельзя сравнивать Чехова и Шукшина. Ну что это такое? Давайте встретимся. Где в такое время пивасик продают, Рома? Где это? А, вот я знаю все точки, кстати, в Москве, где продают и пивасик, и коньяк. Обернись, мне не стоит. Не услышать биение сердца. Очень красивая девушка прошла, а не прошла. Шукшин, театр нации, бомба. А что Шукшин, рассказывай? Шукшин. Энергичные люди. Бред собачий, да? Энергичные? Черт-те шо вообще. Энергичные. Трупы. Это на кладбище повеселее, честно. Где на юге продают Пусядина? Где продают? На юге не знаю. Я в центре знаю все. У Ромы есть девушка? Есть. Есть. Остановились вон там. Это автобус наш едет. Смотрите, автобус. Мы уезжаем. Короче, все хорошо. Спасибо большое. Как, Самвел, как в автобусе будет? Блокируй троллей на ютубе. Так я пишу, что хотят. Хитрый листок, битком. Стой! Битком. А мы с пивом что делать? И с пивом рупаем. Тут турникеты, люди добрые, дивиться. Тут турникет, короче, стоит. А куда пройти? Прямо. Нажми карточку. Я, короче, это в автобусе, потом... я хрен знает, где я, но я в автобусе. Короче. У тебя что, деньги закончились? Нет, задержка. Это вот, ты меня пропустил, и деньги кончились. Это завтра. Завтра
Куда мы завтра идем? Да. Едем на барахолку. Ой, прости, господи. Ого, народу кто-то пишет. Сюда мы едем. Подальше. Подожди, Самвел, сколько людей в такое время не спится? Да еще не ложились просто. Нет, это те, которые не забухали. Ой, извините. За что взяться? Ну ладно, окей. Выключай уже все. Перескоты. Я с его в руках, боже мой. Я так отлично. Обещаю. Ну да, взяться. Подожди. Список народу. Пойдем, может, конец самый. Перископ мертв. В Фейсбуке надо вести трансляцию. А в Фейсбуке тоже можно вести? Да, о! Уже как полгода. Ого, ничего себе. Пойдем. Нифига себе. Куда едете? Едем домой. А где ж мне выйти? А тебе не скажу, где. Но там перед поворотом будет на сцену. Веди себя прилично. Прилично не получается в таком обществе. Это был пьяный тишу, а что вы не бачите? Крутые пассажиры пишут. Здесь народ хороший. Кричи, что ты звезда. Я выйду на следующий. Нет, на следующий телефон. Леха по дороге не выпал. Нет. Стоит. Ой, блин. Впервые вижу, сколько народа в такой время. Что вы мне наливали, капец? Ай, водитель в Украину. Я пришел тоже. Крикни, что я всех детей нагуляла. А чё, даже это чё вы в очках? Солнце лишь ночью. А кто в очках? Что в очках? Слушай, не... Не боитесь, да не страшно. Ой, всё выключилось. Слава Богу.